Вон, бля, настроили. Хрен сдвинешь их. Ну вот, на триуле поставил пчелоудалителя. 12 штук их у меня. Сейчас расставлю, сколько есть. Завтра начну откачку меда. Точнее сказать, не откачку, а снятие. Откачку, наверное, позже начну, когда я сниму все. Завтра буду воздуходувкой пробовать выдувать из этих корпусов. Из них пчелы должны уйти, основная масса. И попробую еще прям так некоторые выдать, которые без пчелоудалителей будут. Не знаю, получится, нет. Вот у меня сильные семьи принесли по 3 корпуса. Вот это, вон, 3 корпуса. Вот здесь еще есть 2 корпуса и магазина. Вот. Эти вот средние по 2 корпуса принесли. И вон есть слабые по 1. Вот 2, вон. А вот 3 отводка стоят. 1, 2. Не на поддонах, а на земле, рядом с ульями. И вон 3-й. Вон тот отводок был сильный, он 2 корпуса почти принес. Вот моя карника племенная в сторонке тут стоит. Но вот этот корпус тоже принесла.
И вот этот магазин примерно наполовину. То есть цветок оборвался, не доносить не смогли полностью. Слабенькая была с весны, но все равно развилась немного и принесла. Так, год хороший по медосбору у меня получился. 34 ули у меня здесь сейчас.